Дорогие мои друзья, честно говоря, мне вряд ли хватит слов, чтобы описать все свои эмоции сейчас. Я безумно счастлива вас видеть, каждого из вас. Мы тоже! Я вас тоже очень сильно люблю. И как же долго я ждала этой встречи. Я очень по вам соскучилась. И... секунду. И знаете... Я хочу пожелать всем нам самого главного, чтобы мы никогда не теряли две очень важные вещи. Это веру и любовь. Thank you.
давайте вместе. Возвращайся, мой любимый, без тебя столько дней. Возвращайся, если сможешь, поскорей. В этом мире неуютно, но с тобой спасают вновь. Только вера, только вера и любовь. Вера и любовь. Боже, неужели это то, что я сейчас... Это оно? Ребята. Друзья мои, да, я должна обязательно принять этот сумасшедший подарок. Спасибо вам. Спасибо большое, друзья. Дело в том, что всегда, когда я стою в пробке рядом с МИДом, там появляются вот такие гуси. И каждый раз я смотрю и думаю... Нет, я просто уже мечтаю о нем, можно сказать. Вы исполнили мою мечту. Спасибо большое. Новый участник нашего коллектива, друзья, знакомьтесь. К концу этого концерта нам нужно придумать имя для этого гуся, так что думаем. А, куда бы мне его поставить? Ну пусть вот отсюда на нас смотрит. Поехали, ребята, включаем следующую песню. Not to love you, not to love you.
Следующая песня называется «Сижу на диване». Автор Алексей Голуб. Лёшенька, спасибо за песню. Спасибо большое. Спасибо за ваши улыбки.
Ну что же, друзья, нет, Тедди, ты мне опять нужен. Подержи мой микрофон, пожалуйста. Здравствуйте. Благодарю тебя, Тедди, ты справился. Кто смотрел «Маску»? Там была чудесная песня «Зима холода». Сейчас исполню. Следующая песня. О, спасибо большое. Спасибо огромное. Тедди, можешь положить, пожалуйста? Следующую песню написал очень дорогой мне человек.
крестной моей доченьки Сандры, которая сегодня тоже здесь. Саша, да? Написала песню «Там, за небом». Причем очень давно она написала эту песню. И буквально недавно я говорю: «Саш, мне кажется, надо ее все-таки выпустить, потому что песня очень красивая. Там, где небо для вас». Спасибо, друзья. Спасибо. Мы тебя любим! Браво! Люба!
Начало, да, так чтобы все. Ладно, скажу, друзья мои. Ладно, не буду. Говорите! Следующая песня будет исполнена сегодня впервые в жизни. По той причине, что вышла она тоже сегодня. Поэтому я очень надеюсь и рассчитываю на вашу поддержку. Я очень хочу, чтобы вы попробовали спеть ее вместе с вами. Конечно. Песня называется «Не вернусь». Yeah.
Спасибо, друзья. Спасибо. Спасибо, друзья. Спасибо вам огромное. Несмотря на то, что здесь очень-очень жарко. Да, мне кажется, вы чуть-чуть это почувствовали. Да, но на самом деле вы мне сейчас добавили очень много сил, потому что, ну ладно, я уже скажу. Вот там группа поддержки, которая очень за меня переживает, потому что я буквально заползла сегодня в этот клуб, потому что по счастливой случайности 3 дня назад я заболела. Такое везение. Но я знала, что я выйду на сцену, и вы мне поможете, это действительно случилось. Я поэтому, знаете, чуть-чуть так рассчитываю свои силы. Но, как говорится, c'est la vie, друзья. Спасибо большое, поехали. Запомни меня такой.
Это, знаете, не то, чтобы мне тяжело взять букет, хотя да, сейчас тяжело. Честное слово. Хвала, друзья. Огромное, дорогие мои, спасибо.
скоро весна, поэтому очень хочется быть in love. Держи меня крепче и не отпускай.
чтобы любить тебя. Спасибо большое. Можно один технический вопрос Артему? Артем, ты меня видишь? У меня сейчас на этой песне была какая-то странная ситуация. В зале все было хорошо? Окей, я проверю. Макс, я люблю тебя! Опа! Вот, кстати, отдельные аплодисменты музыкантам, друзья, пожалуйста. Макс, скажи что-нибудь, а я пока попью воду. Тем более к тебе обратились. Спасибо. Мы просто соскучились по концертам, и то, что сегодня все собрались, это просто праздник. Это правда праздник. Спасибо. Если бы. Thank you.
добрый и ласковый. Ветер перемен. Давайте споем вместе. Чувствую вашу энергию, она меня сейчас просто буквально держит на ногах, друзья. Держи. Следующая песня называется «Friends». Посвящается всем друзьям.
Я считаю, что вполне имеет место быть песня «Три белых коня». Как вы считаете? Мы с ребятами ее в шутку сыграли один раз, теперь никак не можем остановиться. Споем? Yeah.
сейчас сделаем протяжку. Чувствую Шер на подходе. Начинает разливаться по венам. Что-то не то. Нет, что-то не то. Не тот голос, Макс. Только нажми на кнопку. What is? What she? What is?
Друзья, спасибо вам большое. Помоги, пожалуйста. А, друзья мои, позвольте, я сейчас вытащила наушники, чтобы вас лучше слышать. А, я правда хочу признаться всем вам в любви. Я вас тоже очень люблю. И так сложилось, что я всегда с вами предельно откровенна. Я не хочу ничего придумывать, я знаю, что о таких вещах, наверное, лучше не говорить. Но если вы подумали, что я сегодня вам чуть-чуть не додала своей энергии, то это не так. Я отдала всю себя, это правда. Я просто действительно, я не знаю, что случилось. Я просто пришла домой 3 дня назад, беру градусник, там 38. Это какое-то, на самом деле, очень обидное для меня стечение обстоятельств, потому что хотелось дать вам гораздо больше. И я знаю, что я могу дать гораздо больше. Спасибо вам. Еще в этом зале присутствуют люди, которым я хочу сказать спасибо. Я не буду говорить имен, но они это знают. Благодаря этим людям я сейчас стою здесь, на этой сцене. У меня есть возможность сегодня петь для вас, поэтому я хочу сказать им большое спасибо за это. Также я хочу сказать большое спасибо Лесе, которая здесь. Лесечка. Знаете, этот год вообще, вернее, прошлый, подарил мне новых людей. И я Лесе хочу сказать огромное спасибо за то, что она есть, потому что тоже благодаря во многом ей я сейчас стою на этой сцене. И пою для вас и продолжаю петь. Это правда, это не громкие слова. Я хочу сказать большое спасибо своим родителям. Своей самой большой кудрявой любви, это моя самая большая любовь, Сандрочка. Наташеньке Поповой, моей подруге, большое спасибо. Как мы любим с Лешей говорить, передаю привет лучшему бывшему мужу на свете. Всем своим друзьям, которые здесь сегодня со мной. Также хочу сказать огромное спасибо человеку, который сегодня, к сожалению, не смог быть с нами. Это Ксюша Мамаева. Я надеюсь, Лесь, ты записываешь это? Супер. Ксюшечка, спасибо тебе большое. Ребят, давайте передадим привет Ксюше Мамаевой. Это человек, который внес огромный вклад в наше творчество, в творчество группы «Две Маши». И я хочу сказать Ксюше за это большое спасибо, которая была с нами с самого начала. Я хочу сказать огромное спасибо всем поклонникам «Две Маши» за то, что вы были с нами. Это потрясающий путь, который навсегда останется в моем сердце. Я очень люблю этот проект и буду любить его всегда, всей душой, потому что я вложила в него каждую частичку себя, это правда. Но так случается, что нужно идти дальше, и я иду дальше. И благодаря вам я продолжаю этот путь. Конечно же, я хочу сказать огромное спасибо вот этим прекрасным ребятам. Максиму Дорвету, Лёше Хиколябичеву, Оверу Сирана, Эдди Фуэнтесу. За то, что мы действительно команда.
И мы действительно вместе с ребятами, не только я, мы с ребятами очень по вам сильно соскучились. И это только начало, конечно. Я надеюсь, что первый блин не комом. Я вас очень люблю, друзья. Правда, еще раз хочу сказать, что это какое-то для меня просто невероятное недоразумение, но, как я сказала, я всегда с вами откровенно, вот говорю, как есть. Что это не то, что мне грустно, это не то, что я чем-то опечалена. Нет, правда, это вот такое стечение обстоятельств. Вот недавно с Тедди тоже ездили на гастроли, Тедди тоже приболел. Но мы общими усилиями, так сказать, отработали концерт. Друзья, на самом деле программа-то подошла к концу. Вот в чем дело. Между прочим, целых 17 песен. Не вернусь? Друзья мои, вот у меня сейчас к Саше вопрос. Саша, а ты здесь? Ты здесь где? Сашенька, скажи, пожалуйста, а я могу сказать то, о чем мы еще никому не говорили про сентябрь? Да? Подожди, а ты можешь выйти на сцену со мной? Пожалуйста. Сейчас Саша обвяжет свой очаровательный животик. Проверь мой лоб. Ну так просто, чтобы... Стало лучше. Отлично. Друзья мои, мы вместе с Сашей хотим сообщить вам, что 23 сентября... Что мы ждем ребенка? Это вы уже знаете, да. 23 сентября мы ждем вас на моем большом сольном концерте в 19:30. В Петербург тоже. Саша, как истинная петербурженка, приглашает в Петербург. Саша, ну давай тогда ты пригласи. Я уже это сделала, я коротко, кратенько. Друзья, приезжайте в Петербург, это всегда приятно приехать на несколько дней. И мне кажется, что концерт это действительно важное событие сейчас, каждое. Каждый раз мы должны приезжать и вместе проводить это время вместе. Чем чаще вы будете приходить, тем больше будет новых песен. Это так всегда бывает, понимаете? Вы приходите, нам что-то хочется давать новое. И, да, Маша? Сашонь, это правда, но ты меня сейчас навела еще на одну мысль. Мне кажется, никто не будет против. Я очень люблю эту песню, а ты ее прекрасно играешь. Давай споем «Kissing You», Desiree. Сможешь? Ну такой импровиз. Куда приглашают? Знаете, это есть такой потрясающий фильм «Ромео и Джульетта». И там есть невероятной красоты саундтрек и песня «Desiree», «Kissing You». Этого мы еще не делали никогда на большой сцене. Концерт будет в 19:30. 23 сентября. В 19:30. Саш, помоги. Дело в том, что так клуб называется 19:30. Но концерт, скорее всего, 20:00, мне кажется. Попробуем. Kissing you. Всех kissing. Только так. Thank you.
Ты станешь, что злит, и психолога устал.
вам большое. Спасибо каждому, кто был сегодня вместе с нами. И до очень скорых встреч, друзья. Ребята, идите ко мне. Максим хочет сделать фото. Я хочу сделать на память фоточку. Надо ручки поднять наверх, и мы все запечатлимся. Вау! Ну что? Раз, два, три. Есть? Есть. Так, еще вот сюда, и мы поворачиваемся, да? А нам нужно присесть? Коллективное фото, друзья. Присаживаемся. Супер, ребят, извините, что спиной, но по-другому не получится. На разрыв.